Здравствуй, любимый зритель, ты слышишь Алексея Халецкого, который продолжает вести к мировому господству Грузию. На последнем уровне сложности божество. Sidmer's Civilization 6 Gathering Storm. И это не первая серия. Так что если вы вдруг пропустили первую серию, то лучше к ней перейти. Ссылка есть в описании, либо в верхнем правом углу появляется. Звук, я понимаю, что он у нас ассоциируется с отправлением ядерной ракеты, но это на самом деле звук атаки атомной подводной лодки. Ну давай, давай, пускай мне хватит очков забрать на 100%. I'm a big laser believer. I really think they are the... Блин. Жаль. Очень-очень жаль. Хотя написано тоже один ход. Не, ну это инки и Польша, это... Ладно, они заберут. Так, лунная экспедиция, пошли ядерное устройство раз, ядерное устройство два, ядерное. Ну да, давайте, ядерное устройство три. Так, хмеры заканчивают свое существование на планете. И вливаются в грузинскую империю. Не все, конечно. Вот эти, например, не вливаются. Они мне не нужны. Все, осталось Китай захватить. Так, тут я, по-моему, до рейдов от побережья, поэтому рейд на побережье. Distracted from distraction by distraction. Я, наверное, ничего не буду менять. У меня нету городов-сюзеренов. Так что идем в синтетическую... технократию, буквально 4 хода. Ага, робототехника нужна. А, ну как раз 2 хода. Норм.
Да, там современные танки доступны. Говорит, лишний рабочий у него. Восемьсот девять науки. Ух ты, кого-то у меня убил. Она мне кого-то мне убила. ПТ-команду кирасирами, ничего себе. Ну вот мы сейчас видим всю карту. И вот по-хорошему здесь только Мали и скифы еще более-менее как-то выглядят. Такая пустыня, никто решил не селиться. Блин, Окленд было бы неплохо засоюзить. Все, ученых больше нету, да? Чтобы бонус за атаку с фланга был. Город с Паталой, что ли, захватил? Ну, давайте плюс одно золото. Но это немного даст. Хотя 33 плюс. В принципе, норм.
Я могу, конечно, захватить этого рабочего, но смысл? Больше просто пограбим. 8 культуры. Все против нас. На три ремах приплыли. Под лодку мочить. Какой-то скиф. Скифы борзые какие-то. Robotics has been around forever, and it's been the next best thing for it. We find everywhere men of Блин. Подождите, что тут? Давайте гражданский авторитет. Соседство центра гавани и коммерции. Тут нету наследия демократического, потому что я еще третье здание не построил в политической площади. Там можно вот торговое наследие поставить. Скидка на улучшение юнитов. Надо ли мне это вообще? Давайте содержание ядерных устройств. Хотя я их сейчас кидать буду все равно. И при поражении меньше тебя. Ну а что мне тут еще брать? Или хотя... 52 производства, давайте, наверное, ядерку. Так. Что у нас тут дальше? Межпланетная станция. Ого, как-то больно мою современную ПТ-команду. Больно встаю.
Блин, танк от кавалерии страдает. Что это за... Прокачку брать. Они не могут мои города взять. Я просто если... Нет, танк умер. Вот со скифом бы я мир... Со скифи я бы мир заключил. Это вообще возможно? When we look up at night and view the stars, everything we see is water and air. The two is... Не, вообще, что-то он с меня требует. Это не в грузинских обычаях на какие-то требования соглашаться. Ну что, полетела ядерка, да? Которая сейчас уничтожит часть Чанши и армии Мали. Красиво идет. Ой, перепутал военный лагерь с городом. Так бы мог захватить уже. Надо очистить центр города, чтобы что-то можно было восстанавливать. Amory Blaine inherit.
сжечь этика. Шесть послов. Чтобы мне перекупить? Скорее, Мехико, наверное, надо. Мне бы тут поставить, знаете что? Вот это каждый ваш посол дает двойной эффект, если у вас правительство. У меня точно отличается со всеми правительства. Я могу сейчас 12 послов отправить в в Окленд. Получить кучу производства с побережья. О! Смотрите на эти клетки. Просто посмотрите на эти клетки. Какой ужас. Еще боком. А, нет, я не получу двойной эффект, потому что. Тогда в Кахоке давайте. Боже, когда я обещал Китаю вообще отвести войска? Что меня хочет мне делать? Кстати, наверное, стоило принять. Вот укупы я приму. С Элеоноры. 61 золото вход. 56 золота вход и все портреты. Священный Грааль, чувак, 49 золота вход. Весь мир просто мне отдает все, лишь бы со мной не воевать. Что-то у них там переклинило, знаете, и так посчитали. Прибыль, убытки. Сейчас еще Китай предложит, мне так кажется. Не, Мали. Ну, с Мали, кстати, почему бы и нет? Я его захватываю. Точно вот я хочу только Китай захватить. Мне реально, по-моему, все свои деньги в ход мне отдают. Но не все, кстати, мир со мной заключили. It ascends from the earth to the heaven. You don't stumble upon your heritage. It's there. Just wait. Сильно он туда отваливается. Минус 11. Но жить можно.
Сейчас очередная ядерка сейчас полетит. Сянь. Ты вот сюда, чтобы поменьше районов убить. Дамба там была разрушена. She was dazzling. Я думал, науку дадут за разграбление этой фигни. Все такие сразу, ну, более-менее отношения ко мне. Не-не-не, Китай, ты... Тобой нет. Даже никто не осуждает. А, реактивное заражение, да. Это да. I must go down to the seas again, to the vague. I shall return again to the light of the... Блин. Ускорение только здесь получается долговато, да? Thank you.
О, блин, не открывает тут город. Уже мне 626 дани в ход платят. Только чтоб я с ними не воевал. Может кинуть. Шумера. А то чё он тут? Где-то столица Урук. Так, как бы так еще, чтобы дамбу накрыло. Да, вот сюда давайте. Нет, вот сюда. Дамбу, кампус, священное место. Все, что дорого шумерам, будет уничтожено в ядерном пепле. Хороший торговец дополнительное счастье дает. Не, я хочу только с Китаем довоевать, если все остальные мне предложат мир, то я соглашусь. Россия не хочет мир почему-то предлагать. Россия, Испания, Индонезия и шумеры так меня ненавидят. По какой-то непонятной причине. Justice is the bond of men in... Так. 236. Наверное, в Кутай. Хотя. А давайте Пингалу в Канди. Ну, мне тут уже нету смысла
Не так уж и много он дает. А в Канди будет на космическую гонку. Так, этого мы пропустим, парня. Да ладно. Сволочь. Так, где он тут? Один ход ремонтируется. Это быстро. Быстрее, чем в другом городе запускать. Что-то не долетает. Вот, блин. Ладно, тогда просто ядерки. В Шанхай и Дзяодун. И Китай прекратит свое существование. Захватываются. Все. Китая больше нет. Так, надо отправить в космопорт тот город, где я строю постоянно, потому что, ну, надоели.
О, наконец-то Шина. Не хочу с ним воевать. Точнее, ни с кем уже не хочу воевать. Хочу улететь от вас и все. Индонезия денег наскребла на предложение мира. Осталось только Россия, Корея и Испания. Самое, особенно мне Корея нравится с двумя городами. О, и Россия предлагает. Только, правда, только шедевры может предложить за мир. Это там от заражения радиоактивного умерли. Ну что, у компьютера максимум. Науки максимум. Смотри, как у меня А нет, 229. Ну тут Мали что-то разогнался, конечно. Но я тут без шансов вообще у всех. Просто Грузия настолько хороша. Нет, я не буду. Блин, где Каспий-то? Блин, 1017 уже крадется у Мали. 1017 в городе. Ужас. Хочу помогать Тамирис. Ну, только игры сейчас вы... Сейчас мне опять все объявят войну за ядерный кризис. Только я со всеми замирился. Посмотрите. И? Нет, не прошло. Смотри, отлично. If the enemy know not where he will be attacked, he'd fetter this malefactor to the jagged rocks. Jim said that bees was. Два хода до ускорения. Ну, правда, он 4 хода строится. Тут нету смысла уже исследовательские ускорения. А, два хода еще можно в этом городе. У меня два хода, собственно, открыть то, что мне надо, и все.
О, сейчас я сделаю, что у меня будет куча. А, нет, не сделаю пока. Куча культуры еще мог бы сделать. Трофическое наводнение. 7 клеток повреждено и юнит 1 потерян. Это, видимо, рабочие в Сиане. А у меня тут была дамба, но я ее еще не отремонтировал. Сейчас буду ремонтировать, блин. Два хода, ты смотри. А летит тут три хода. He had discovered a great... С Оклендом, конечно, вот подобные клетки, это вообще трындец. Посмотрите, 4 еды, 3 производства, 3 денег. Ужас. И это еще у меня нету пансиона на рыбацкие лодки. Еще был бы пансион на рыбацкие лодки, было бы 4-4-3. Так, 2 хода. Тысяча 47.
Среди жителей Грузии крылатая фраза «побывать в Каракоруме» означает замечательно провести время. Побывать в Каракоруме. Чё-то только испанец. Ай, Кри, артачится. Мир мне предложить. Ну, я тут отложу на ускорение просто производство. Стадион. Восемьсот восемьдесят культуры. По-моему, круто. Так, Буэнос-Айрес не работает. Спасибо. Ай, ладно. Так, тут откладываю. Сейчас следующая экспедиция полетит. Последняя, точнее. Прежде чем улететь, грузины были осуждены всем человечеством. Все просто по очереди такие. Вообще, интересная ситуация с Китаем и монголами в соседях. Так, очередная ступень пошла. Потому что для меня откровением было, что на божестве, оказывается, монголы иметь в соседях, это значит, что он на тебя не будет нападать. Ну, Китай еще более-менее, хотя тоже немножко странно, но вот сами посудите, что у монгола, что у Китая, их оригинальные агенды, то есть модели поведения, получается, на божестве в пользу игрока работают, потому что у Китая он любит те цивилизации, которые не строят чудеса. На уровне сложности божество построить чудеса в первых трех эпохах очень сложно.
Да и в принципе не нужно. Вам надо чем-то другим заниматься, иначе вы просто проиграете. У Монгола получилась агенда... Точнее, не получилась, она у него есть. Он любит цивилизации, которые не используют верховые юниты. Тоже, по-моему, вообще странная агенда. И, соответственно, на божестве вы реально очень вряд ли будете эти верховые юниты использовать. Потому что вам надо отбиваться от нападающих компьютеров там, или еще от кого-то. То есть это быстрее пращники... улучшенные потом в лучники или дуболомы, улучшенные потом в мечников. И всадники не сразу открываются, а ближайший верховой юнит — это тяжелые колесницы, которые хуже, чем вот описанные мной юниты. И получается, что вы реально долго верховые юниты не строите, и монгол к вам проникается такой симпатией, что прям молодец. По моему мнению, логичнее было бы у него сделать модель поведения, что он не любит те цивилизации, у которых нет верховых юнитов. Как, например, у того же норвежца. Вот норвежцы не любят те цивилизации, у которых нету флота вменяемого. Ну, то есть, здесь получилось, ты просто не строишь армию, и тебя сосед любит. Причем сосед довольно опасный, у которого способности именно на войну есть. В общем, очень странно. И получилось, что я в таких довольно тепличных условиях, несмотря на то, что места немного, опять же, все рядом были, но почему-то оба моих соседа на божестве просто прониклись ко мне офигительной симпатией. Хотя помните, как в прошлой партии, да, за Китай как раз... Соседи Македонские и Польша радостно объявили мне войну и пилили с двух сторон. И тут я надеялся поставить вот такую, ну, сложную карту с минимумом ресурсов, чтобы тяжело было армию строить, не так много производства было. И оказалось, у меня соседи добряки. Чего-то. Я вот реально из всех, сколько мне вспоминаются мои игры на последнем уровне сложности, чтобы настолько добрые соседи были, мне как-то впервые такое получилось. Действительно, монгол и китай в соседях, они просто будут добрые, потому что вы действуете так, как им нравится. Nothing like a dream.
I never think of the future. Much as our ancestors did ages ago. В общем, удивлен я этой победе. Я максимально старался себе ухудшить старт. Но тут как-то совсем компьютер нифига не делал. У меня прошлая игра точно была сложнее, чем эта. Хотя там, по-моему, намного лучше было. Вот сколько я юнитов уничтожил. Потерял явно меньше всех. А нет. Меньше всех. Тамирис? Нет, не Тамирис. Россия, ну он там на островах. Мне кажется, это все получилось вот из-за этой карты расщепленный фрактал. Ну, даже не интересно ничего смотреть, потому что я по всем параметрам доминировал. Давайте просто глянем. Видите, вот, собственно, вот это место с большим количеством земли, тут оказался я. А там, где мало земли, оказались компьютеры. И они просто не умеют развиваться на таких вот морских картах. Против компьютера на морских картах вообще не имеет смысла играть. Это, собственно, показывает здесь. То есть максимум Мали развился 252-276. У меня 943-880, это 943 в отсутствии какой-либо вообще научного города-государства. Просто смешно. Шумер никакой, да? Хотя, казалось бы, он должен по науке доминировать. Бразилию вынесли. Ну, в общем, вот такая немного странная партия получилась на божестве. Как следующую партию на божестве сыграть, прошу писать вас в комментариях. А вы слышали Алексея Халецкого, играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!